марок у вас, которые в городе не представлены, вы могли бы с таким подходом к бизнесу, конечно, продвигать их здесь. И был бы успех. А я как раз говорила, что, в принципе, марки наши нас очень устраивают. Вот, хорошие марки. И, конечно, мы всегда стараемся при составлении портфеля уделять внимание. Как мы всегда говорим, что белье должно красиво смотреться не только без одежды, но и под одеждой. Конечно, то есть, вот, чтобы именно были отличная посадка, формирующие свойства. Мы же не призываем вас менять марки, те, которые есть. Понятно. Дай Бог, чтобы они продавались. И действительно хорошие марки. Есть еще другие марки, потому что определенные категории покупателей склонны покупать здесь, эти, другие ходят в другие места, а там будут. Понимаете? То есть не все надо отдавать на лодку. Нет, ну конечно, тут говорится, никогда не говори никогда, и если будет какое-то очень хорошее предложение, просто те, кто занимается бельем, знают, что в торговых центрах существует определенная нарезка. И получить место, которое одновременно подходит экономически по площади и хорошо расположено, это очень-очень трудно. Многие места нужно ждать очень долго. Зато сейчас возможности значительно улучшились в этом плане. Я смотрю, ваши торговые центры наполовину пустой уже стоят. Вот. Поэтому сейчас как раз местом это не проблема. Другое дело, то ли это в собственности магазин, то ли это на рынке. Вот сейчас значительная роль играет в устойчивости на рынке. Возможности по стрит-ритейлу, по собственным магазинам, если возможность покупать, делать в магазине, квартиру покупать, делать в магазине. Но это более перспективно, чем ждать, когда владелец торгового центра будет гонять полками дорог по торговым центрам. Ну, у нас опыт стрит-ритейла торговый, такой вдохновляющий. Как работать? Если работать сейчас активно в интернете, в социальных сетях присутствовать, активно общаться с покупателем, со своей целевой аудиторией, конечно, наши такие примеры есть. Изменилась же ситуация. Ну, да. Сейчас надо по-другому совершенно работать. Поэтому, скажем так, старый опыт пусть не давлеет на плане. Надо приобретать новый. Приглашаем вас на выставку, которая проходит в Москве. В первую очередь теперь. Увидите массу интересных мы компаний. Посещаем. На этот раз не были, наверное, были. В сентябре. У нас была представитель девушка наша московская. Но вы сами не приезжали. Нет, сами. Потому что мы вас так не видели. И Анатолий Васильев будет там вас рад видеть на своем стенде. Мы с ним общаемся постоянно. Поэтому приедете. На выставку в Париж. Спасибо за приглашение. Посещаете на выставке? Нет, там не посещаем. Значит, у вас большое поле еще для деятельности открывается. Перспективы. Перспективы этим летом, я так чувствую. У нас есть хорошая программа посещения Парижа. Вы приедете оттуда другим человеком. Казалось бы, люди, которые уже все видели и все знают, посещают постоянно и находят те идеи, которые потом воплощают в своих магазинах, рассматривают как, что можно сделать для того, чтобы привлечь покупателей, чтобы все продавало значительно лучше. Таких идей там миллион. Ну, мы, слава богу, теперь можно, не выезжая из дома, все это смотреть, и журналы смотрим, сайты изучаем, конечно. Это разные вещи. Кроме того, что вы там увидите, это общение. Не выезжая из дома, очень трудно попасть в любую среду и быть там, в Крыму, в воде. Поэтому давайте подумаем. Мне очень хочется, чтобы вы, вот то, что я вижу, чтобы вы это расширяли, планировали, чтобы это было доступно большему количеству покупателей. Потому что очень горько ходить по торговым центрам и из 40 отделов бельевых один хороший. Ну, просто обидно. Другие не выдержат конкуренции, предлагая так товар и такой товар покупателю. Это вчерашний день. Вы это будущее. Поэтому давайте вместе с нами, мы заинтересованы, чтобы наши рекламодатели получали таких прекрасных партнеров в вашем лице. Спасибо на добром слове. Давайте. Так что я буду теперь пристально следить за вашей деятельностью и помогать, чтобы вы продвигали, кроме Анатолия Васильева и других хороших выставщиков. Спасибо. А это все эффект будет такой, более эффективно будет и для этого магазина, для этих, когда вы будете более известны, за счастье считать, приходить в ваш магазин, хвала пойдет, все в одну копилочку. Спасибо. Ну что, поблагодарим наших зрителей за наш длинный ролик. Спасибо за внимание. За внимание. Приходите.
приходите в наш магазин, кто может. Ну, а поставщики, обращайте внимание на Альбину. И я со своей стороны, а вы со своей стороны предлагаете товар, который будет удовлетворять всех покупательниц. Не всех хотя бы. Тех, кто разбирается в белье. Уфимок, или как их называют, правильно? Уфимок. Спасибо. Спасибо вам.